Определение мы применяем, по-моему, ко всем соперникам. Неправ, не дает арбитр себе стоп и уходит к нашим воротам, попадает в штангу мощным ударом Александр Хачук. Теперь по центру подхватывает сам мяч Сергей Назаренко, входит в штрафную и забивает Сергей Назаренко. Кирячук проскакивает мимо мяча неожиданно. И здесь Барбанов, быстрый Барбанов, промчался и забивает Старых. Не дорабатывают защитники. Он накаляет нервы. Вот такой розыгрыш. Бандурин проскакивает соперника, подает и спасает свою команду вратарь после удара. Хороший стандарт в исполнении. Назаренко. Так, в хоккее снова окружили чужую штрафную и не попадает по мячу Максим. Назаренко бьет. Не сильно получилось. Бьет себе Назаренко. Вербот получает своевременный пас от Нечистенко, видит, как Заяц уходит защитника, открывает зону. Назару Сидоренко под крупной головой переправлял, двигается впереди. Впервые участвуют и спешат не прячь. Старенко.